Выставка Retail Tech снова в эфире. Здравствуйте, коллеги. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, какую компанию представляете? Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Андрей Долинок, компания «Карта.ми», единый цифровой паспорт покупателя. Расскажите, что вы ждете от выставки, какие у вас надежды на нее? Мы сюда приехали из Республики Беларусь и ждем здесь, конечно же, новые контакты, новые знакомства и ждем плодотворного сотрудничества с российским ритейлом по коммуникациям с конечными нашими потребителями, нашими клиентами. Расскажите, пожалуйста, о продукте, чем будете удивлять? Мы будем удивлять единым идентификатором пользователя, который помещен в коммуникационную среду, «Карта.ми», это наше приложение, которое обеспечивает идентификацию пользователя в кассовой зоне, достоверность информации о клиенте, персонализацию коммуникаций и эффективность лидов, перетекание онлайна в офлайн. Самые современные технологии, все это реализовано в нашем приложении «Карта.ми». Скажите, вы уже представлены у себя в республике или этот продукт только-только был сделан? Мы у себя в республике представлены, работаем уже с ведущими ритейлерами нашей страны, широко известными. Однако в Российской Федерации мы впервые, надеемся здесь найти новых партнеров. Мы пожелаем вам в этом удачи, спасибо вам за такое интервью. Спасибо огромное, до свидания.